Ребята, всем доброе утро. Вот и настал самый долгожданный день. 3 июня! Сегодня мы уезжаем! Сейчас мы собираем чемоданы, и это какой-то ужас. Как можно уложить в 2 чемодана всю свою жизнь? Вещи, везде гаджеты, вещи. И сборки чемоданов. Артём? Ну вот, 2 чемодана собраны. Тут еще 2 рюкзака. В общем, собираемся мы потихоньку. Собираем наши вещи. А куда мы поедем, вы узнаете в конце этого видео. Так что досмотрите обязательно его до конца. Еще у нас с собой будет коляска Кристиана. Хоть она у нас не очень большая. Вышли на прогулку. У нас сегодня тепло, плюс 10 градусов. Гуляем. Прогуляться к речке. Уже тут дорога хорошо растаяла. Пойдем посмотрим, что там у нас. Тронулся лед? Нет. Северная природа, северные леса. Что пойдем? Вон речка. Ух, как лед у нас уже пошел. Грязь, конечно, песок. В этом году было много снега, поэтому сразу видно, река поднялась так хорошо. Ну, мелкая, даже на берегу. В прошлом году берег был намного суше, воды меньше было. ЖД вокзал Екатеринбурга.